Привет, зрители! Я за рулем Subaru XV и хочу сегодня поделиться с вами замерами времени разгона до сотни. Что получилось? Как видим, 10,3 секунды против 10,6, которые заявлены по паспорту, и это очень хорошо, это на самом деле приятный такой небольшой бонус. Хотя в целом для 150-сильного мотора это, конечно, не самый такой показатель, который заставит восхищаться и удивляться. Был бы у нас мотор сил в 200, тогда бы поехали быстрее. Но XV — это городская машина, которая не заточена под специальную такую вот драйверскую езду, а всего лишь автомобиль для спокойного перемещения, как мы поняли из наших замеров. Тем не менее, остальное вы можете увидеть в тесте. Давайте попробуем разогнаться, как это обычно бывает. Стартанем прямо с парковочного места. Педаль в пол. Вступает вариатор и... Очень стабильный разгон до ближайшего светофора. Буквально продемонстрировал. Ну, в этом вот сегодня такое забавное видео получилось.